В этом видео оформим дождик цифру. Очень давно не было этих видео, вот сказали. Значит, вот такие шоколадки я нашла. Бисколад называется. Продается в магазине «Красное и белое». Мы их называем «Леже Буэно», потому что они очень похожи на Буэно, но они стоят в 3 раза дешевле по вкусу. Очень мне понравились. Так, вот такие еще шоколадки-конфетки. Используем они немножко. Ну, чем-то напоминают трюфели. Вот так выглядит упаковка. Бомбина продается только в Береге, я видела. Также шоколадки, которые я сделала сама. У меня есть форма, такие мишки. Вот эти простые шоколадки. Сердечки с сублимированной клубникой. Ну, понятно, сама клубника. Также печенье Орео, которое я разрезала, была. Украсим цифру. Здесь особых секретов нет по оформлению. Просто в свободные места вставляем шоколадки. Звездочки также из молочного шоколада. Тоже я их сама делала. Мне нравится, как они смотрятся по две. Вообще, любой декор очень красиво смотрится, когда его по 2 штуки сразу. Как-то так. Где-то по одной придется положить. Клубника смотрится также красиво, когда она вот этой стороной наверх лежит. То есть белая эта часть должна выглядеть без всяких вмятин. Должна выглядеть очень красиво. Я еще заказала клубники. У меня сегодня еще на оформление. Очень много десертов у меня с клубникой. Так что я жду. Мне еще привезут 2 упаковки и малины. С малиной тоже очень красивые десерты смотрятся. Но малина, конечно, стоит просто космос. Так, кладем Леже Буэно. Это очень смешно. Мне еще моя помощница говорит не Леже, а Квази. Это тоже очень смешно. Тоже очень шоколадки вкусные. Я не знаю, в чем причина, но что Буэно стоит там под 90 рублей упаковка. Это вообще, мне кажется, какие-то деньги нереальные. Ладно, за что? Так, надо, наверное, Орео выложить. Орео по 2 тоже очень смотрится красиво. Так, ну и добавим пару вот этих у меня. Вообще, вот эти какие-то мишки, они новогодние, что ли, с новогодней формы. Так, тут можно пару сердечек добавить. Вот такие там еще у меня были шоколадки. Они тоже по 2 смотрятся, вообще мне очень нравится. Еще вот эти печеньки Лейбниц называются они. Продаются в Перекрестке. Они еще есть вообще-то и на Wildberries, я их видела. Очень они
красиво смотрится почему-то в оформлении. Да, не, у меня не подходит. Тут что-то все уже в креме вымазались. Красиво смотрится, конечно, когда такой торт, у него нету свободного места, то есть у него все заполнено. Тогда точно красиво. Ну и для завершения картины, конечно, добавляем зелень. Называется зелень пистаж. Я покупаю его в магазинах цветочных. Он там практически всегда есть. Стоимость не разная. Последняя веточка, которую я покупала, была где-то 100 рублей. Ну, ее вполне так надолго хватает. Я оформляю всегда ей любые десерты. Я и капкейки, и трайфлы, и торты. Ну, в общем, где присутствует ягодное оформление, всегда пару листочков зелени. Пару листочков зелени дополняет, освежает десерт. Ну и для полного оформления, завершения образа торта, можно вот такие белые бусинки добавить. Очень красиво смотрится. Они мягкие, рисовые. Так, Торты, цифры, конечно, уже совсем редко стали у меня появляться в ленте, но тем не менее это заказывают. Сейчас все больше бента, наборы. В общем, такой тортик.